Россия – многонациональная страна и родина для многих народов. Узнаем, как на таджикском будут звучать разные слова. Например, так можно поздороваться. Ассалам. Здравствуйте. А так – попрощаться. Хан. До свидания. Так переводятся слова «вопрос», «савол» и «ответ». «Явоб». А это слова «начало», «авал» и «конец». «Охир». Напоследок таджикская мудрость. «Сухани дюст таварборас, сухани душман шакарборас». Друг режет горькую правду, враг произносит сладкие речи. Мор серо дусмитори. Мы любим Россию. На разных языках об одном и том же –